И, ребята, всем привет! Снова здравствуйте, Акума Санге, снова с вами. И, как обещал, ребят, у нас очередной стримчанский, следующий, новый, для меня, новой игрушки. Да вообще, игрушки на день и на год сегодняшний. Ну, не на день сегодняшний, на год уж точно. Это Эрика, ребят. Это интерактивный игрофильм. Я про него ничего не знаю. Я знаю, что это только триллер. И что концовок здесь... Концовок не одна, не две. Их будет множество. Но почему-то предрекли, что вы так и не разберетесь, в чем здесь дело. В этой игре. Так. Чатик у нас с вами работает. Тимур, конечно, конечно, конечно. Идем, усаживайся поудобнее, готовь все самое вкусное. Будем принимать решение. Так. Вижу, что чатик работает. Все равно дайте я там с вами поздороваюсь. Отлично. Ребят, я впервые сталкиваюсь с подобными играми в том плане, что предлагают либо вы, говорит, подключаете контроллер, говорит, либо, говорит, свой смартфон. Ну, все вы знаете, что на PS4 есть... Тоже куплено, Тимур пишет, но пока не до нее. Хорошо. Шибко не смотри, Тимур, тогда, чтобы было самому интересно. Хотя эта игра будет зависеть от твоих решений. У тебя своя будет концовка. Вот. Не думаю, что мы с тобой одинаково будем отвечать на это все. Возвращаясь к теме, ребят. Либо вы, говорит, настраиваете контроллер, игра запрашивает, либо, говорит, свой смартфон. Все известно, что PS4 поддерживает приложение Second Screen. То есть, ну, получается, когда неудобно текст вот на вот этом вот агрегате вбивать, каждый раз этими стиками вводить. Second Screen в этом плане проще, конечно. Я был удивлен, что можно еще, оказывается, управлять смартфоном. Ну ладно. Тем не менее, я по старинке выбрал контроллер. И пусть нам повезет в этой игре. Надеюсь, здесь не на время надо решение принимать. Все, погнали. О! Вот это управление. А, смотри-ка. Да, Тимур, спойлеров не боишься, смог сыграть совсем другое дело. Согласен. Смотри-ка, здесь надо выводить, чтобы зажигалку... Сенсорную панель надо тихонько, реалистично вывести, чтобы зажечь. Боже, меня к этому жизнь не готовил, вы издеваетесь? Ну, наконец-то. Вот ты, девочка. Тебя, значит, Эрика, наверное, зовут, нет? Ага. Вот это управление, ребят. Специфичное. Тут места не для курящих, это точно. Она лампад... А, масляный светильник, наверное, да, или что ли? Лампадку какую-то. Для тех, кто в танке, он подсказки действует. Проведите сенсорную панель. Перетащите, чтобы все осмотреть. Воу, обалдеть просто, обалдеть. Я впервые сталкиваюсь с таким управлением. Ну, молодцы разрабы, ой, молодцы. Дальше.
Все надо на сенсорной панели управлять. Так, винил. Какого качества? Ты что слушаешь у нас, девочка? Ну, шарманка неплохая. Эрика. Это не игрушки. Это опасно. Да, игры с огнем опасны. Ну ладно. Готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфа. Она была там медсестрой, вот. А я врачом. Ой-ой-ой-ой, вот это управление, ребят. Я боюсь. По ночам. Как бы не профейлить. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница. Будущее в огне. Госпожа бабочка, секира, что ли? Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию. Какая нравится. О, ребят! Так, и не надо меня спешить. В смысле, торопить. Давай, ну, свадьба мне неинтересна. Беременность подавно, ребят, простите. Вот что за барышня? Во, какая барышня, ну-ка. Ее можем чекнуть? Смотри, оживает. Смотри, как улыбается. Закрой глаза. Соберись. И призови на помощь силу древней жрицы. Призываю. Найди свою мать. Попробую угадать нужный снимок. Я не видел. Средняя. Ребят, я левша, поэтому я склоняюсь к левой. Ты угадал? Нет? Да нет? Видишь, волшебство. Наверное, так и положено. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Как интересно. А девочка какая большеглазая, да? Видели, ребят? О, чё так? Блин, нормально все было. Знак какой-то, да? Знак похож на букву Ж. Женщина, что ли? Точно женщина. С пикой. Или нет? С пистолетом. Лицо мне твое покажи. Да, женщина это, ребят. Это женщина. И как всегда мы видели кошмар из детства. А чё так всё грязно-то?
Обалдеть. Как мы повзрослели. Отпустить, принять. Ребят, принимаем себя такую, какую, какие мы есть. Принять. Это ты виноват. Напомню, я творю сюжет своим решением. Здесь куча концовок, ребят. Ну, условно говоря, куча. Кто там? Кто здесь? Руками-то не трогать. Можно не убирать, Тимур пишет. Да, Тимур. Так, запереть, открыть. Зайти внутрь. Ну, давай внутрь зайдем. Надо было запереть, ребят. Хоба, Рахимова. Сорян, точно забыл позвать. Идем, welcome. Тише, тише, ты так... Чё так раскрывать-то? Быстро сразу. Смотрим. Вот этот тебе понравится, Рахимова. Так и знал, что надо было запереть. Не-не-не, подожди, подожди. Ага, здесь... То есть никак нельзя приблизить? Ладно, понял. Это ее воспоминания она оставила здесь, да, в дневнике? Зови, зови дочку. А, так ты тут всегда чего тебя звать? Тимур пишет, да-да-да. Тимур ведь прав, блин. А, Life is Strange 2 продолжается, ребят. И здесь мы тоже художники. Вот же. Значит, женщина, наверное. Какой-то знак. Ну, я так думаю, что женщина. А Фрегил? Девочке тренировочный план писала. Вся в делах. Ну ладно, хоть что-то тебя оправдывает, Рахимова. Я бы сказала. Айда откроем. Блин. О, руку прислали. Опять с этим символом. Ж. Не которую сказала Рахимова. Это, я думаю, это женщина, а не другое место, не основание. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ну, давай, давай, отдать. Дай, пусть посмотрят. Ты часто это рисуешь? Хорошо, храню у Рахимова. Вот это у тебя греческий символ. Расспросить, пойти нас... Да давай навстречу пойдем. Давай навстречу. На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Акал Джахар. Он работал в Дельфах. Араб, что ли? Там бывала вместе с отцом. История, связь с делом. А какую это связь с делом имеет, действительно? Ой, блин, неудобно как. Это связано с моим отцом. Дело твоего отца так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе
с Люсьеном Флауэрсом. Ага, значит, отца убили. Вероятно, он тоже. Чью-то руку прислали. Есть какие-то воспоминания, какой-то дневник. Слушай, над эльфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Похоже, Кодлайн подождет. Буду Эрика проходить. А, Тимур, согласись, кинематографично. Игра, фильм. Прикольно. Тем более, здесь сюжет творишь сам. Вот я люблю такие игры. Окей, смотрим. Да, давай дальше. Вот. Тимур согласен. Здесь вариативность большая. Мне вот очень нравится вот такого плана игры. Тем более сейчас посмотрите, какие игры стали делать. Ну прям, я не знаю, от кино не отличишь, как говорится. А надо идти... А, воспоминания прочерчиваем. Офигеть. Понятно. Делин. Надо было один раз. Наверное, так. Они вышли покурить. Ребят, жди чатик. Здесь. Я сейчас. Вырубился, ноут сел. Сейчас я подрублю планшетик. Сорян. Чтобы я видел чатик. Одну секундочку. Я надеюсь, ничего не произойдет, если я ничего делать не буду. Так, second screen, давай, отзывайся уже. Ноут вещь хорошая, ребят, но надолго его не хватает. Шуварите что-нибудь быстрее, пока они Лин видят. Говорите что-нибудь быстрее, пока они ее не видят. Так. Подожди. Во-во. Что такое? Смотри, папашка наш, да? Он ждет. Нож пока спину никто. Нажмите, чтобы перетащить. Ага. Подожди. Вот кто вот это... Барышня рядом с папашкой, слева. Мамашка наша. Ух. Хэллоуин еще не наступил. Вы че, блин? Я должен свое внимание распределять. Давай звонок телефонный. Алло. Рик Мейсон. Я давно хотела поговорить с тобой. Как кто? Тебе подарок? Кто ты? Кто вы? Ты вся дрожала и цеплялась за отца. Он был весь в крови. Но он не тот, кем ты его считаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Ну-ка, спросить. Что я найду? Не посмотришь. Никогда не узнаешь. Найди Алади Картер, Эрика.
Посмотри сама. Понятно. Так. И... Вот, приватная комната, она у нас подсвечивалась. А музыка-то откуда? Наверное, отсюда, да? Оп. Ох, еще надо волну настраивать. Ага. Музыку выключили. Далее. А что здесь? Закрыто. О, сейчас месседж будем строчить, наверное, да? Корона. А если б я знал английский, ребят. Dear Mr. and Mrs. Johnston, наверное, да? Are happy to return. Ребят, простите, английский не знаю. Наверное, что-то важное там было. Замри. Поздно, Рахимова. Сейчас переведем. Подожди, а можно же еще, да? Нет? Да еще, взять-то. Ну что ты, блин? Нет, не дает. Простите, ребята. Какой-то огрызок. Бестолочь, блин, торопится. Вот так и знал, что так сейчас скажешь. Можно посмотреть? А, нельзя. Чатик просто с задержкой. Я прошу прощения. Вот, надо что-то здесь обвести, да, нет? Вот подсказочка, да. Я ее прям видел. Жесть. Все на сенсорной панели. Интересно, а на андроиде как на смартфоне это... Как это... вычеркивать все? Чего? Вот кто что видит, ребят? Йохар? Блин. Какие-то... Что-то имя и цифры были. Здесь что? Вот и ключик. Йохар! Вот! Йохар, Йохар! Я говорю Йохар! Зрение меня мое не подводит. Йохарио! Ну да! Йохарио, блин, Рахимову. Я Харио! Йохар, по-моему. Йохарио. Ладно, увидим. Блин, ястреб глазастрый. Я такой. Давай. Ключик, отлично.
Папка с делами. А, подожди. Угу. Что-то интересно. Admitted. Что означает, ребят? Администратор или что? Admitted. A record of termination. Кто-то идет. Кто там? Доступ. Ага, понял, спасибо. Какого черта ты делаешь? Спалился. Нет разрешения. Она была в кабинете. Так и застыла. Смотри, у него такой же знак. Все спалили мы. Потратили. Отлично. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря я вообще куда-то ходил. А человек за столом. Он меня пугает. У психиатров так пишут. Спасибо, Тимур. Поздно. Самигулин. Мы для него лишняя забота. Да и день сегодня нервный. Кто вы? Я сержант Блейк, главный следователь. Я жду доктора Баллард. А мне вот интересно, что эта леди делала в моем кабинете? Музыку. Она наверняка искала вас. Хотела послушать. Да-да-да. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Сэр, это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Давай взаимностью. Ничего. Мне тоже жаль. Иди. Я тебя провожу. Простите, ребят. Ты меня, наверное, не помнишь. Кстати, Тимур Самигулин, откуда у тебя такие познания в психиатрических делах? В детстве тебя... Родители? Часто. Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать? Она здесь была... геймпад можно положить вообще на стол. И не держать его. Веселая. Ну? Жить ты будешь здесь. Я английский просто знаю, сериалы смотрю. Понятно, Тимур. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. В вузах изучают узкоспециализированную терминологию по выбранной профессии. Тимур у нас далеко не медик, Рахимова. А можно воспоминания? О, как сделали игру? Ай, молодцы! Кто эта барышня? Давай, открываем тихонечко. Круто. Здесь можно все действия либо резко делать, либо тихонько. Вот это мне нравится. А я не медик, я умный просто. У нас Антон медик, да. Тоша. 102 рус, который его нету. Ну давай, давай, вот так. Вот. Вот. А барышня похожа на Хелену Бонем Картер. Может быть. Я смотрю, Тимур, ты умный и скромностью не обделен. Ну да. Красава, чё?
Погоди-ка, вот мне интересно, здесь надо до определенной поры листать, пока будет тупик, или можно вот эту вытащить, нет? Нет, надо искать до определенных пор, да. Винил, 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 ребятки, винил круто. Блин, обожаю винил. Та же самая музыка. Вот еще одна подсказка, да? Нет? Да. Эрика, да? Нет? А, да. А, смотри, я название игры прорисовал. Вообще, что происходит? Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Что за подарок? Давай откроем, отворачивай. Кукла. Надеюсь, не кукла Чаки. Воспоминания, да. Так. Отложенные в глубинах памяти. Быть может. Давай посмотрим, что с ней. Бабочка. И она здесь. Прямо как ты. И здесь бабочка у нее. Реальная невеста Чаки. Пишет Рахимова. Знак женщины везде. Пиковая дама, ребят. Вот. Зазевался, надо было четко навести на лицо, чтобы увидеть. Здесь... Не как бы клеймо на этих пишут. Что с тобой, Эрика? На некоторых людях есть знак клейма, и получается, как бы он образует букву Ж. Рахимова называет это местом основания, а я называю это знак женщины. Простите, ребят, кашляю. Где вообще Эрика оказалась? Не-не-не-не-не-не. Только не ковер. Тут чисто. Ну давай здесь. Кирсти, да, тебе было разрешено помогать, но только не в одиночку. Убирать. Смотри, какая недовольная. Нельзя. Обычно на этот знак у женщины смотрим. Да, не говори, Катимор, ты прав. А, кто тебя учил вообще курить? Можешь потушить. Не курим, места не для курящих. Тимур сказал у Медбая в начале стрима. Может, сигарету. Хочешь поговорить об этом? Вон. Брось, Тоби. Я пытаюсь играть. Оставь ее в покое.
Да, пожалуйста. Привет. Ну, блин, пепельница сюда. Ходячая, а? Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Я стараюсь. Музыка. Музыка. Что ты играешь? Это дельфийская ария. Дельфийская? А написал ее кто-то. Не знаю, кто. А ты кто? Садись. У нас? Ты черничка или мулатка у нас? Хочу. По-моему, мулатка, да, ребят? Да. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. 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 Остальное сыграю я. В так надо попадать. Обалдеть. С голосом беда. Ну, конечно, беда. Я же... Ракимова пишет. А, жесть. Только в душе. Больше не пой. Вы чё, блядь, сговорили с Тимуром Самигуриным, блин? Смотри, кровь пошла. Что случилось? Ух, чужой, что ли, вылупляется из тебя? Что случилось? Делаете? Жесть, больше не по... Нет, никакой уборки. Ну-ка, замолчать. Кирстен, замолчать. Все хорошо, они не против. Замолчать. Нет, Веснушка, иди кыш отсюда. Нет, нет, не смей. Это запрещено. Кирстен, нет, Кирстен, нет, успокойся. Нет, 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 нет. Отвалите. Отвалите. Не надо. А она ни при чем? Не... А не трогайте ее, не трогайте нет, ее. Нет, я ничего не делала. Не трогайте ее. Я спокойна. Тихо. И чё? Пришел сержант Блейк. Тебя ждут в кабинете. Чё вы ее, фенобарбиталом, что ли, накачали? А, вы? Войдите. Вот с папашкой, который на фотографии. Мужик. Был. Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс. Коллега и друг твоего отца. Гала перед домом. Опять умничаешь, Тимур? Прошу. Портрет. Я на портрете видел. Я узнала вас по портрету в холле. Я бы его поменял, но держу в память о твоем отце. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Мать, кошмары. Кошмары. Я всегда плохо сплю. У меня кошмары. Сочувствую. Доктор Баллард занимается нейрологией. Может, она поможет. Надеюсь, тебе будет приятно. Но у меня кое-что есть. Показывай. Что там? Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. Часы командирские, наверное, ребят. Механические. Нет, зажигалка. Я... Надо заправить. Не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Так, детектив наш? Я сейчас общался с криминалистами. Эрик, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Давай поможем. Убийца вряд ли остановится. Я могу как-то вам помочь? Если честно,
Данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Там барышня была. Без понятия помогать. Давай помогать. Я вижу какие-то образы. Пойдем на сотрудничество. Силуэт женщины с пистолетом. Вот. Но это все. С пикой. И с пикой. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. А чего медлить? Давай-ка медлить. Ни да, ни нет, медлить. Я же не знаю. Эрика, послушай. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ребят, откажусь. Извините, я не могу. Ничего, Эрика. Мы понимаем. Вот образ. Кто? Зачем мне лиса? Ну, почему образ не могу поймать? Вы поняли, да, ребят? Мулаточка наша, которая кровью харкалась. И там лиса была еще. Давай. Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала. Здесь нашла любовь. Родила тебя. Кого-то вот хруст такой потом зажигалки открывания. И умерла. Может успокаивать, да, ребят. Прикольно. Прикольный механизм у Зипы. Мне очень жаль, Эрика. Я должен был быть рядом. Помогать тебе. Обвинить, простить. Ребят, будем прощать. Ничего. Это было давно. Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Что такое? Секатор? Цветы? Ну да, соединить. Ну да, конечно. Алодай Мейсон. Или Алоди Мейсон. Алоди Мейсон, да. Вот. Мемориал. Ну-ка, англичане. Переводим. Чатик не спит. Рахимов, Самигулин, что там? Самый умный? Ну-ка, давайте. Перевод в студию. Wife, жена, mother, мать и dearest of, и лучший друг Delphi House, ну, от которой зажигалка подарена. Мать-жена. Ну, это я знаю, что мать-жена. Много ума на это не надо. Так. И самый дорогой друг. Угу. It lies not in our power, Delphi House. Ну надо полностью, что ли, протереть? Да, точно, ребята, обалдеть. It lies not in our power to love or hate. В нашей власти любить и ненавидеть, да? Да. Ладно. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. Ребят, тоже.
А вы понимаете, да, что сейчас вот, вот этот чувак, он разговаривает голосом Региса из «Ведьмака. Кровь и вино». Помните Региса, чувака? Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это так прикольно, ребят. Она пока поживет у нас. Я спасла ее от Тоби, героически залив пианино кровью. Я к доктору Баллард. А как ты так можешь кровью харкаться? Жесть. Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Никто не помнит. Похоронено забыто, раз игрушку прошли. Я отказ сэндвича в компании незнакомцев. А, так. Сделать духи. Давай, обед с Кристи. Подожди. Сделать обед с Кристи. Про сэндвичи же заговорили. Наверное, действительно схожу на обед. Вау. Блин, прикольно. Чизкейк? Они смотрят. Съешь фрукт. Им это нравится. А, красиво. Смотрит. Почему смотрит? Не понял я тебя. Веснушка, ты чего? Что ты имеешь в виду? Они смотрят. Они всегда смотрят. Вдруг мы разглядели их тайны? Ты не голодная? Надо есть. Если не будешь есть, то ослабеешь. А у нас много дел. Грязь пропустила. Вот. Медсестры и надзиратели смотрят, да. А что ты скрываешь у нас, а? Ну давай, 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 вот так. На обеде ты сказала... Странно, что вообще нож там. Скрывают. Ну, наверное, они не агрессоры, эти люди. Я розовое. Оно красивое, но если его пить, то заболеешь. А, камера. Она зашифрована, сказала, да? Ответила. Подопри. Ну, закрыть. А, подожди, закрыть. Давай. Сказали же, подопри. Нас не слышно, но они придут, как всегда. А, спросить, кто придет? Зачем? Кто? Кто придет? Они все заодно. Ты бы знала, если бы видела цветы. Так. Если я буду плохой, его накажут. Тебе нельзя запирать дверь. Все хорошо. Швабра упала, мы подняли. Вместе с Эрикой. Все ровно и спокойно. Глянь под подушкой. Блин, что чё... такое розовое, Кирсти? Да. Это видишь, когда тебя заставляют забывать. С неба будто падают сотни цветов. Глянь под подушку. Увидишь. Ну давай. Коровка, что ли? Олененок. Лисица, лисицу мы видели. Зайчонок. Бабочка, олененок. А по мере увеличения, что ли, изображение? Кролики. Я их люблю.
нажать. Что ты делаешь? Господи, так и посидеть недолго. Что это, марганцовка? Это от доктора Баллард. Подарок на новоселье. Духи. Ну, раз подарок, конечно. Спасибо. Не за что. Я думал, марганцовка, флакон марганцовки очень по цвету похожа. Хорошо. Готово. Надо только повернуть регулятор. Пока. Так, ну-ка, давай-ка выбросим. Ой, разбилась. Галлюциногенные, небось, духарики-то. Да, я их выбросил, Рахиму. Розовый лепесток. Маска, видения пошли, лисица. Вот сейчас вот надо будет сосредоточиться, да, нет? Бабочка была у ней на лице, ребят. На толку ты их-то уронил, испарения же идут. Представь себе, не идут. Надо было вылить в раковину и смыть. Не страшно. И так сойдет, как говорится. Смотрим, что разглядели. Лепесточек. Надо же, кого я вижу. Ты куда пропала? Я тебя везде ищу. Тебе посылка. Что-то крутое. Ребят, если честно, меня кудряшка начала настораживать чем-то. Вуаля. Опять кукла Чаки. Боже, жуть какая. Осторожно. А, вот еще один лепесток с буквой Ж. Опять кровь. А, все хорошо. Что с тобой? Жесть. Она опять отвлекает? Или чего? Или у нее приступы такие? Что смотри. Случилось? Пальцы сделала в жесте козы. Смотрим, смотрим, быстрее, быстрее. Да-да-да, вот этот знак. Вот. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот, посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Че, ребят, похож, нет? Ну-ка смотрим. Надбровные дуги здесь такие, здесь немножко другие. Форма наши ушей. Ребята уже там. А, символ. Он пропал. Символ, символ. Почему он сделал татуировку с этим символом? Да. Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции.
Там была такая надпись «Познай самого себя». Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. А он мертв? Нет? Он мертв? Тело не нашли. Но это вероятно. Но не факт. Почему именно это? Почему кукла? О. А подарок Люсьена, родимое пятно из дома. Из дома, я думаю. Она у меня с самого детства. Да, потому что там был подарок. Но под кроватью. Я не взяла ее в Дельфи. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Так, заходим. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Ну, бардак, как всегда. Но странно, что лампа-то горит. Вон абажурчик светится. Вот фотография. Ну-ка. Смотрим. Просто разбитая рамка. Господи. Жди тут. Что там, кто-то умер? Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь. Ага, вот оно. Да, помните в начале игры? Это была барышня. А пойти за ним... давай пойдем за ним. Ребят, первое мое предположение, что это та мулатка, которая рядом с нами, где-то там в доме. Дежавю, да-да, дежавю. С которым мы вместе в доме живем, как он-то там для этих, с одаренными способностями. Вот этот знак «Ж» женщины. Что за дверью? Только не говорите, что мертв. А что здесь? Ритуал, что ли, какой-то, я не знаю, проводили. Давай, 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 давай. Лицо. Лицо. А, это тот этот, да, на ресепшене, который стоял, нет? Не смотри, не смотри. Все хорошо. Мне нравится Ханна. Она веселая и добрая.
Надеюсь, она поправится. Но ты ей что-нибудь напиши. Вот подруга Тоби так и не вернулась. Мулатка вызывает сомнения, ребят. Это кудряшка наша. Она любила рисовать, но была странная. Ее поймали в подвале, она искала призраков. Плохой поступок. Я должен что, расписаться? Господи, я так не расписываюсь обычно. Что написать-то, я даже не знаю. Художник из меня тот еще. Плохим девочкам всегда показывают животных. Тогда ты забываешь. Это мне папа сказал. Но я плохая. Они знают, что мы говорили. Они порвали ленту. Так что я знаю. Видишь? Индикатор, да? Лазили твой шкаф или нет? Что там, дверь? Сейчас, тех, если тяга будет, все забыть. Значит, что-то есть. Воу, дверь. Ты не откроешь. У тебя нет ключа. Ну давай, давай, смотрим. Кто ты? Где Хана? Ханы нет. Баллард ее забрала. А почему? Почему? Она стала для них бесполезна. Она израсходована. Лепестки роз. Я вижу странные сны. Дождь из розовых цветов. Тоби, у тебя кровь. Что, и ты этим же страдаешь? Вы что, стигматы какие-то? Или что? Покажем тебе. О, старенький ягуар стоит, ребят. Почти. Ой, какая красота. Но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Вебка мешает. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А почему не в участок? Если почему он инспектор. Участок? Тебе и так непросто, Эрика. Это был бы дополнительный стресс. Прошу, чай готов. Господин. Старенький Мерин тоже. Что скажешь? Похоже? Это она? Ну, прическа-то другая. Потому что стой. Блин, да что он не дал ответить? Вот почему да? Ладно, хорошо.
А как насчет этого? Я не люблю, когда отвечают за меня. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Угу. Она дружила с твоей мамой. Очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Заботилась? О чем это вы? Заботилась? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства твоя мать поддерживала ее. Эрика. Так, а это что? В смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Это что, мамка Эрики? Невозможно. Это невозможно. Мы запросили разрешение на эвакуацию. Тебе придется еще немного побыть в Дельфах. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейк, возьмете? Извини. Вот, возьми. Да, это сержант Блейк. А что написано? We need to talk. Нам надо поговорить. Расспросить. Да, сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет, это опасно. Подожди, ладно, принять нам, потому что надо с другим чуваком поговорить. Будьте осторожны. Вот с ним надо. Эрика, ты как? У тебя кровь. Идите. Жесть. Я за ней присмотрю. Ванная дальше по коридору. Иди умойся и возвращайся. Опять видения пошли, да? Что в окне? А, лисица. Неужели прихлопнули того? Давай откроем, посмотрим. Ну да, наверное, прихлопнули, ребят. Такой же знак вырезали. Смотрим, что за письмо. Ага, веснушка наша. Давай-ка... А, ключик. Да, она же говорила, без ключа ты не попадешь. Это ключик, ребят. От того шкафа, который красной ленточкой переграждали. Отлично. В
Здравствуй, Эрика. Давай, наводим, ну. Скучала? Ага, очень прям. А, недоверие, шо? Недоверие. Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. Ну а что ты тычешь пистолетом у меня? Пренебрежение. Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Отторжение, болезнь, убийство. Болезнь. Свалим на болезнь. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? У меня. Но есть другой. Он прямо перед тобой. И чё? О, пика. Та самая пика. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. Да догадались мы уже. В лесу, по дороге к Дельфам, есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Словно Полтер. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. А, ладно, давай расспросить, что вы там надыбали. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Веснушка? Она плачет, наверное, потому что тот был кто? Папка ей, нет? Дядька или? Ты как? Я могу чем-то помочь? Поддержать. Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. А, не чувствую. Я справлюсь. Я справлюсь. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? А не будем говорить правду. Посмотрим. Правду сами узнаем сначала. Эрика. Нет. Ничего. Если что, я внизу. Потому что вдруг скажем правду, она устранит этих. Потом все испортим сами. Может положить конец моей работе. А это дело всей моей жизни. Это понятно? А что конкретно вы делаете?
Не твое дело. Мне вообще ничего не сообщают. Просто делай свою работу. Присматривай за Эрикой, как положено. Ясно? Как положено. Это понятно? Что от нас скрывает? Ну вот тот самый шкаф. Что, ребят, готовы погрузиться в неизвестное? Прячь. Что ты делаешь? Прячь. Утешить, довериться, медь. Утешить. Нельзя. Утешить. Это плохо. Веснушка, тише. Что с тобой? Тише, тише. Он мертв. Да, да. Мы знаем. Извиниться, защищать ее. Защищать ее. Папа умер. А извиниться, объяснить, объяснить. У нее был пистолет, я ничего не могла. Он мертв. Он мертв, и мне больше некуда идти. Что бы я ни делала, они заберут меня, и у меня пойдет кровь. Меня заставят забыть его. Поддержу. Ни за что. Я положу конец тому, что здесь происходит. Вот. Веснушка, не плачь. Если тебя поймают, они тебя не отпустят. Не... Все будет нормально. Я тебя защищу. Обещаю. Так, отлично. Давай, Эрика, работаем. Что это? Бункер? Кто это? Здесь что? Вы что, здесь пьете? Че чекушки валяются? В смысле, эти чебурашки? Что здесь, ритуал какой-то проводили? Она у себя отказывается что-либо говорить. Опачки, смотри. Опачки. Она точно что-то знает. Опачки. Или хорошо притворяется. Ключ-то, оказывается, есть только... Не только у нас. Давай-ка посмотрим здесь.
не открывается. Так, открой дверь. Давай, открываем. Я, в смысле, не успел или что? Смотри-ка, там камера пишет, да? Наверху. Видите, красная точка? Опять этот знак вижу. Ну, открываем. Фотография опять. Что это такое? Мензурки. Флаконы? Что это? Духи? Так, была права Рахимова. Галлюциногенные какие-то духи это. Они забирают троих. Оленя. Лису. И кролика. Они хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем им твоя мать. Вот зачем им ты. Давай откажемся. Нет. Он не любил тебя. Ему нужна была замена для твоей матери.
Ты пойдешь на это? Или поможешь мне? Мы убьем Люсьена и освободим твою мать. Отказаться, ребят. Нет. Вы убили его. Вы мне жизнь сломали. Что в руке было зажато? Роза. Лепесток. Происходит. Дело в тебе, Эрика. Так было и будет. Обалдеть. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. А, дай-ка посмотрим. Я рассказывал ей о прошлом, о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. А почему сюда? Почему я здесь? Все началось отсюда. Работа твоего отца. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Убьешь человека. Или перережешь себе горло. Как интересно. Подарок на новоселье. Духи. Вот. А мы их выкинули. Мне нравятся кролики. Я их люблю. Так, вот он, кролик. Маска, по крайней мере. Отец посадил Алианну на память о твоей матери. Ее так. Ты понюхал Алиандра. Я вижу странные сны. Дождь из розовых цветов. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Жёг в лампе, Эрика. Тебе ведь это знакомо. Да неужели эти духи? Я умираю. Сколько еще? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужил.
Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. А, я не верю. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Твой отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее. Сейчас посмотрим. Вот зачем им твоя мать. Короче, батя что-то там разработал, позволяющий управлять человеческой волей. Да, какие-то духи, про которые ты в лжете, он любил ее. Будем наивными. Про которые ты, Рахима, говорила, что они галлюциногены. Они действительно галлюциногены оказались. Хорошо, что мы их не нюхали. Как ты можешь ничего не делать? Ты обязана их остановить! А, вы убийца, другое объяснение. Вы убийца, волшебства не бывает. Ну, а другое объяснение какое? Должно же быть другое объяснение. У этих девочек никого нет. Они приходят за помощью, а их накачивают наркотиками и забирают из постелей. Твой отец сделал то же самое с твоей матерью. И со мной тоже. А, ну, батя же любил меня. Он любил меня. Он был хорошим человеком. Он проверял тебя. Готовил. Ждал, когда ты вырастешь. Чтобы ты заменила свою мать. Можешь мне не верить, но они ведь явно что-то скрывают. Если я ошибаюсь, останови меня. Но если нет, ты обязана вмешаться. Пойдемте, ребят. Ладно. Хотя что-то ухмылка чернички меня не обрадовала. Ну ладно. Будем считать, что она меня убедила. Перережь провод. Оставь себе, пригодится. Черничка это молодая, здесь уже чернослив. Ну ладно, ну чё ты, Рахимова. Да. Черничка это к женскому роду относится. А чернослив это уже, сама понимаешь. Медальон. Запечатали. За мной. В лучших индийских жанрах кинематографа, ребят. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Нет, мы не будем никого убивать. Я не могу.
И ты не смей. Жесть. Палим, палим. Ты что, в индийских бы сейчас еще танцоры выскочили из кустов и пели бы, плясали? Да нет, я про индийские драки, у них драки интересные. Также и здесь черничка нужно прям подбежала, какой-то удар там, чух, сделал, и все, чувак уже лежит. Мужик причем. Не ребенок, а мужик. Давай. Отведи меня к тайной двери. У нас мало времени. Опачки, опачки. Эрика, господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? А, обвинить, угрожать. Да давай предупредим, что-то я перестал черничке доверять. Она здесь. Все хорошо, тут никого нет. Только мы с тобой. Ой, ой-ой-ой. Что ж ты всех убиваешь-то, а? Мы его убили. Нам нужно идти. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Откажусь. Я не убийца. Пожалуйста. Что случилось? Что такое? Нигде нет света. Что здесь? Кто здесь? Подсказка, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Капец, а звуки-то какие реалистичные. Прямо с жизни взятые. Так. Спалили. Никуда не уходи. Стоять бояться. Не выходи из комнаты. Нет, не уходи, пожалуйста. Там опасно. А... останься здесь. Настоять. Я должна остановить их. Подожди, кого их? Мы что, все-таки убивать пойдем? Ну-ка посмотрим.
Сюда нельзя. Расспросить сначала. Тебе нужно лечение. Что вы делаете? Тебя ищут. В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Потребовать. Знаешь, позволь мне помочь. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. А придумайте что-нибудь. Придумайте что-нибудь. Она сбежала от Черносливихи? Когда мы извлечем... Черносливихи. Но я веду ей. Нет, Черносливиха дала ей пистолет и сказала, останови любой ценой. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирти, беги! Оу. Я знаю, здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Пошли, судороги. В шкафу же что-то есть, да? Сделай, в область ты... сердца надо вколоть. Мы слышали это. Давай, быстрее, по фасту. Давай. Не эфедрин. Эфедрин не то, давай, вот это. Олеандрин, давай, ну бегом. В область сердца, сейчас бы не промахнуться. Так. Ну, давай. Толкаем. Все хорошо, не эфедрин. Или еще хуже стало. Я что, ее убил? Жесть. Блин, мне жаль, ребят. Мне так жаль. Неужели надо было вколоть эфедрин? Уходи. Тебе лучше уйти. Прекрати все это. Пожалуйста. Вот это жесть, ребят. Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Медальон. Просто расскажи, что тебе кажется, и я все тебе объясню. Дайте мне медальон. Эрика, милая, ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся, ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Мать. Я знаю. Моя мама у вас. Она здесь, за дверью. Твоя мать. Она мертва. Ты же знаешь. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько.
сны. Нам всем снилось одно и то же. Всем. Это нередко случается, если группа людей примерно одного возраста живет в ограниченном пространстве. Ты ведь нашла здесь подруг. Оставайся, мы поможем тебе. У тебя будет много друзей. О, боже, так. Что ты наделала? Моя мать жива. Моя мать жива. Эти фантазии опасны. Забудь их. Ты рискуешь окончательно потерять саму себя. Прошу, поверь мне. Пусти пистолет. Мия Грин мертва, Эрика. Все это только в твоей голове. Да не хочу я убивать, честно. Все хорошо. Доверься мне. Я смогу помочь. Мы станем семьей. Я откажусь. Я все исправлю. Нет, я вам не верю. Тебе нечего бояться. А че она? Опачки. 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 А чё она приглась всю грязную работу делать? Потому что я так захотел. Тебе ничто не угрожает. Эрика. Эрика, слышишь? Смотри. Всё здесь. Прямо перед тобой. Видишь? Волшебство. Как и ты сама. Капец, накачали девчонку. Смирительная рубашка и лекарства. Пациентка или умница. Эрика остается в больнице. Мучимая демонами прошлого. Ох, ребята, ребята. Прощание, ачивка. Вы поняли, да? Вы поняли? Вот... Что бы произошло, если бы я прикончил этого товарища? Ты сделал не тот, а выбор. Проходи заново, пишет Рахимова. Отлично, ребят. Хорошо. Это вариативность одной концовки. Здесь их не одна и не две. Не одна и не две, ребят. Самому стало интересно, какие могут быть концовки еще. Мы, например, с вами бы могли бы принять полностью предложение Чернички. И прикончить вот этого человека. Но вот под последний момент я что-то стал сомневаться, ребят. Вот в Секире есть такая мудрость от одного Исина Асина.
Будешь колебаться, проиграешь. Ребят, вот оно. Оно работает. Пусть черносливика сама стреляет, пишет Рохимо. Будешь колебаться, проиграешь, ребят. А, не сказать, что я проиграл, и не сказать, что я выиграл. Ну, по крайней мере, смотри, какая концовка. Мы никого не убивали. Стало быть, грех на душу, как говорится, не брали, но из нас просто овощи сделали. Чисто там оставили, как я не знаю, местного, как говорится, смурфика накачанного. Всякой дряни. Это тоже такое себе, ребят. Поэтому... Но доктора надо было все же прикончить, Рахимова пишет. Хорошо. Я думаю, на следующем стриме каком-нибудь, в одном из стримов по Эрике, без греха сидим и зреем на грядке. Срём под себя, господи. Рахимуш. Нескромно в выражениях. Будем делать другую концовку. Посмотрим. Попробуем вот этого доктора. И что будет? Я думаю, сюжет будет развиваться дальше. Дальше и дальше, ребят. Вот, ребятки, кто будет смотреть и кто будет играть, либо уже играл в такие прекрасные вещи, как вот этот вот интерактивчик. Вы можете оставить свой комментарий. Не со спойлером. А приблизительно... Сколько концовок в этой игре? Ну или что-то типа того. Вот. Достаточно интересная игрушка. Заставляет принимать тебя совершенно неожиданные решения, даже пару, я бы сказал, опрометчивые. Эдакий тест на твою психику. Будем проходить еще дальше. Будем делать другие концовки. Ты не ожидал, что ли? Ты знаешь... Честно, Рахимова, я не ожидал. Я думал, что черничка врет. Вот под последний момент стал сомневаться, и причем стал сомневаться на фоне ее убийств. Вот, поэтому я не стал никого убивать. Но, увы, со мной тоже обошлись не очень хорошо. А чего ж ты ждал? Больная бегает с пушкой. С трудом удалось уговорить ее бросить оружие. Ну ладно, все это проблема моих ожиданий, ребят. Посмотрим, как будет складываться игра в дальнейшем. Конечно, ее на транквилизаторы посадят, даже если доктор хороший. Да, наверное, ты права, Рахимова. Все, ребятки, спасибо, что были. У них всегда шприц в кармане, это точно, и не говори. Как дежурный инструмент у полицейских наручники. Спасибо, что приходили, что смотрели, что будете смотреть. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Акума Санге. Канал Game Warrior. До новых встреч, ребят. Пока. Through the ghost train and never make a sound. All the world.